крупного судна, русалка. Альфа, мы видим русалку. Принято, Янки-1. Начинаем сближение. Мейсон, рули! Держать строй. Так. Мы приближаемся к станции. Ух ты, опять для прицеливания. Черт! По нам работают зенитки! С палубы! Они нас встали! Группа Янки! Атаковать эшелон справа! Принято, Альфа. Конец связи. Спокойно. Корабль такой супер-пупер военный. Тихо-тихо-тихо. Нужно защитить место высадки! Уже! Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Гранатометы! Верхняя палуба! Ай-яй-яй-яй. Как вы их видите в этот пожар? Так держать! Город какой-то. Мясо все. Весь корабль. Группа Янки на позиции. Вперед, вперед! Защищайте. Группа Янки на позиции. Альфа, выдвигаемся на поддержку. Прием. Принято, выдвигаемся. Янки один, ко мне. Давай, нам нужно к левому борту. Идем к левому борту. Огонь по усмотрению. Да. Янки один, можно идти. Тихо. Давай, сейчас. Без паники. Принято, все чисто, выдвигаемся. Отличный выход! Кто там? Вперед, вперед! Давай, продолжай! Давай! По усмотрению! Продолжаем! Спокойно. Так. Вот так. Да стойте вы ближе. Спасибо за помощь, Альф. Вас понял. Так. Давайте. Выпустите. Группа Янки на позиции. Спускаемся на нижние палубы. Прием. Принято, Янки. Группа Альфа идет за вами. Ми-24, а маневр уклонения. Сбей эту вертушку. Ну, тихо, тихо. Ясень пень. Вы сами-то на Ми были. Нас завалит всех, кого угодно. Янки на позиции. Спускаемся на нижние палубы. Прием. Принято, Янки. Группа Альфа идет за вами. Ми-24, маневр уклонения. Это как? Янки 2! Огонь по вертушке! Маневр уклонения! Так держать! Черт! Мы подбиты! Тихо!
Он тоже. Еще немного, и мы рухнем! Мейсон, двигай к посадочной площадке! Двигаем. Понял. Тихо. С вертолета! Прыгаем! Давай! Осталось немножко потерпите. Потерпите. Так, вниз не падаем. Нас подбирать никто не будет. Группа Янки, доложить обстановку. Идем по второй палубе. Давай. Передатчика нет. Он должен быть тут. Я знаю. Продолжать поиск. Шевелись. Отличный выстрел. Я вижу. Вроде с вертолета поработали. Понял. Он был в поле. Людей много. Погоди. Следом. Вот он. Проверить на другие ящики. Одним меньше. Тихо. Он у меня контакт у накрытых ящиков. Противник! Мейсон, возьми управляемую ракету. Так, взял. Противника. Да. Ох ты, как быстро у меня получилось. Да. Блин. Я пустой, перезаряжаюсь. Прекрасно. Вот он. Ну, пожали. Держи в поле зрения. А где нихуя? Пожали. Принято. Вижу их. Это что там? Вот отражение. Противники возле вентиля. Меняю стрелять. Держи, давай. Стой, ящика. Вот туда. Спокойно. Я вижу, это я! Я-то думал, а оказалось. Минус один. Вверху, на лесах! Нас хватит на их! Он у меня в пределе! Он не жилы! Он мой! Осталась твоя пошла! Ой, санитара! Беги! Бан. В дверь. Подожди. Вот сейчас мне ты не нужна будешь, правильно? Давай-ка я поменяю тебя. Ну и здесь. Хадсон, ты только посмотри. Что там? Черт! Уивер? Нас прижали на нижней палубе. Спускайтесь сюда, мать вашу, быстро! Уже идем. Самый низ. Давай, где ты? Противник мертв. Конечно. Вот он и. Что к этому руку приложил? А так это наше. Да я его. Я его вижу. Он у меня прицелен. Но. Тихо. Он не делает. Да. Кидаю гранату. Неплохая идея. Прекрати. Цель поражена. Да. Кидаю гранату. Нужно прикрытие. Эритинская. Держать. Удерживай их огнем. Он не делает. Одним меньше. Где второй? Нужен доктор. Все, вроде как. Заходим, куда нам? Сюда надо? Или куда? Куда нам надо? Корабль не так уж и прост. Там совещание. Она под нами. Черт! Черт! А что вы на меня там нацелились? Драгович начнет передачу. Штаб, это Альфа-1. Подтверждаем, русалка станция передачи. Поднимайте воздух. Мы уходим. Еще нет. Нужно найти Драговича. Через 15 минут флот США разнесет здесь все к чертям. Я допустил ошибку, не подтвердив убийство 5 лет назад на Байконуре. Может быть, ты под контролем? Это важно. Нужно убить засранца раз и навсегда. Нужно.
Сматывайся. Куда бежим-то? У нас тут дело. Куда бежим-то? Ткните в сторону. Куда бежать и вперед. Господи, это... Хадсон! Корабль раз... Похоже, они передают из-под воды. Вот почему мы не смогли найти передатчик. Подводная Эта штука база. Под нами. Она больше, чем просто станция вещания. Это станция снабжения советских подводных лодок. Часть плана вторжения Драговича. После запуска проекта Нова-6. Проникните на станцию. Так. Среди рыбешек плавать. Чего так медленно? Даже не ускоряется, падла. Ладно, во. Нашли отверстие. Хоп. Все. Готовьте субмарину, быстро! Ну, а что я понять не могу? Он у меня! Пересяд! Левая сторона! Да! Вас я понял! Побежали! Раненый! Что же? Улетели! Он убит! Бросаю гранату! Вот он и! Лицо слева! Что тут? Это тут кого я понял! Сейчас рванем! Ох ты! А я не знаю, что тут такая штука есть. Они начали атаку! Вывер! Что происходит? Проклятие! Отступать поздно! Давай! Спокойно. Удерживай их огнем! Залито! Но. Блин, он меня завалил. Я только, только перекинул оружие. Ладно. Готовьте субмарину, быстро! Открывай. Где ты? Открывай. Да, вот туда. Где там наверху? Осторожно, граната! Заряжена! Я его вижу! Хорошо. Левая сторона! Левая сторона! Противник убит! Занята! Подтверждай! Не могу пройти. Занята! Сюда! А здесь? Не могу пройти. Где он? Прилетела маслина. Откуда не ждали. Лиса слева! Хотя его накрыть! Вверху на лиса! Они начали атаку! Вывер! Что происходит? Откуда я ждал? Отступать поздно! Давай! Вниз! Граната! Бойца ранила! Куда? Я... Ну готов! Крем пристрелись! Укрытие! Ай-яй-яй. Помер? Так, так, так. Ищи укрытие! Он ранен! Ты под огнем! Тихо. Не высовывайся, мы сейчас. Так идите, если вы сейчас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все рушится. Подожди, я с тобой плыву. Выплыли.
куда это мы? Нужно найти Драговича, пока эта штука не рухнула нам на голову. Вверх по лестнице. Я в тебя в упор стреляю. Как ты не помираешь-то еще? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Если что, рукопашка. Противник мертв. Господи, как он перезаряжает странно. Минус один. Где? Да. Кто еще где есть? Тихо. Завали ее, молодец. Ну не факт, что она смерть. Товарища ранило! Кто урал? Быстрее! Быстрее! Нужно прекратить передачу! Кто орал? Тихо! А, да ты еще какие-то враги в жизни? Перезаряжаю! Перекрывай! Давай, давай! У меня гранаты кончились. Блин, у меня гранаты кончились. А подствольник? Быстрее, нужно прекратить передачу! Куда? Куда? Одним меньше. Держись, товарищ! Давай. Противник уничтожен. И под огнем! Да я-то знаю, что я под огнем, а вот помощь я от вас. Санитар, сюда! Да. Тихо. Противник уничтожен! Да. Вот так вот. Не здесь, нет? Передача-то. Цифры. Сплошные цифры. Драгович! Ты бы стал лучшим моим агентом. Насколько все было бы проще. Дай-ка тебя за ногу утяну. Драгович! Это просто. Да. Я убью тебя. Понял. Ты пытался взломать мой мозг. Не вышло. Ты не знаешь. Пытался заставить меня предать своих. Ты пытался заставить меня убить своего же президента. Пытался? Да. Давай, Мейсон! Вот так. Мейсон, сюда! Бежим. А сзади-то не нападет. Тут все разваливается на части. Такого нету сценария, что он выжил. И как бабай там. Давай, Мейсон! Нападет сзади. Так. Если это русалка. Мейсон! Тонет. Ты сделал это, Мейсон! Нас ты всех сделал то, чего я не смог! Туда утянет. Живи! В этот еще подводный столько город. Нужно сделать. Такая воронка гигантская будет. При затоплении такого-то ледолазера. Лодочка, лодочка. Ну, вытаскивайте меня, что вы стоите? Мейсон! Все кончено. Победа. Ну да. Ух, там авианосцы прибыли какие-то, корабли, эсминцы, что тут полатыкано-то? Где ж вы раньше-то были?
вообще такие гигантские корабли строит? Здесь зачем? Для чего? Эх, гигантомания. Zero, 11, 24, 11, 1, 7, 19, 20, 10, 14, 2, 3, 19, 0, 8, 11, 22. А не та ли ты была, которая в управлении-то была? Смотрела там. 17, 0, 10, 2, Кеннеди. 1, 8, 11. Вот кто его завалил, Кеннеди? 22, 6.5 миллиметров, 9, 23, 1, 12, 0, 16, 11, 22, 6, 12, 8, 4, 11, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4,
Texas. Шесть. Справа, да? Ascension. Так и есть. Ну что ж, вы были на канале Asmo Replay. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ничто не стоит на месте. Все меняется. Все меняется. Таков закон жизни. И те, кто смотрят только в прошлое или только на настоящее, бесспорно пропустят будущее. Я сказал, бесспорно пропустят будущее. Я не расслышал. Премьер-министр Кастро, ракетный кризис стал последней соломинкой. Мы чуть сами себя не уничтожили. Сегодня мы пригласили вас сюда. Из лучших побуждений, чтобы найти решение проблемы. А он что здесь делает? Он же проиграл. Как я всегда говорил, прощайте врагов ваших, но помните их имена. Итак, господа, сдается мне, за всю многовековую историю человечества... Похоже, кто-то вломился внутрь! Просто ветер, Дик. Садись. Зомби? Ох ты мой! Господин президент, похоже, в Пентагон проникли враги. Зомби! Господа, мы должны быть готовы нанести сокрушительный ответный удар. Вот только так можно пресечь любые попытки агрессии. Господа, по коням! Здравствует революция! Ваше последнее слово, господин президент. Да, Джек. Какие-нибудь пафосные слова ободрения для твоих солдат? Не просите у Бога легкой жизни. Просите, чтобы он сделал вас сильнее. Ну, концовку-то замутили. Дай Боже каждому. Давай. Путь в тысячу миль начинается с одного шага. Включайте свет! Ага. Сейчас я из вас понаделаю дуршлагов! Да ладно! Я этого достоин! Что, ну давайте один разок попробуем. Винтовка. Открыть дверь, стоимость. Ох ты, у меня двухстволка, что ли, просто. Да. Давай, тебе руки отрежем. Что-то. Вот как надо на кнопку нажимать! Кто у нас еще? Кто остался? Да ладно! Я этого достоин! Ой-ой-ой. Где ты? Эй! Федя-медя.
Съел медведя. Выстрелил, здесь я сам боюсь. Где ты? Бесполезно, да? Прощайте врагов своих, но никогда, тихо, никогда не забывайте их имена. Это, что за зомби-апокалипсис такой смешной? Да. Последний магазин. Нужны боеприпасы, живо! Я идеалист, и у меня снайперская винтовка. Да. Что, не помогает? Блин, что за ерунда? Ich bin ein Berlinец. Где еще? Так сойдет? И чего нам здесь можно приобретать? Непонятно. Перезарядим пока. Спокойно. Тихо. Если крах, то полный. Если победа, то оглушительная. Конечно, оглушительная. Ух ты, что-то умножил. У меня все двоится. Нормально. Пока успеваем. Нормально. Умножаем на два. Я вижу Америку будущего, и вам, тварям, в ней нет места. Кто это концовку такую задумал? Кошмар. Это чего это? Я вас всех прикончу! Где? Идут. Идут. Побыстрее, может, двигаться будете. Да. Ну и все. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Пока.